Нет ничего более величественного и непредсказуемого, чем воздушная стихия. Покорители неба решили организовать так называемую Ивановскую кругосветку, то есть пролететь на парапланах от аэродрома Исюниха до города Юрьевец. Поучаствовать в воздушном путешествии помимо ивановских парапланеристов приехали их единомышленники из Костромы, Липецка и Владимира. Мы вот со своей вот этой массовостью хотим показать о том, что человек способен летать не только на самолетах сверхзвуковых или как-то. Это вполне реально достижимо для любого человека, который хочет подняться в воздух. У природы на этот счет были совсем другие планы. В день Х погода оказалась нелетной, но воздушные экстремалы отказываться от задуманного не стали. Решили до Юрьевца добраться на машинах, а обратно уже лететь. По словам парапланеристов, заболев небом однажды, навсегда становишься его фанатом. Я в прошлом военный штурман, подполковник запаса, поэтому есть люди, без доли бахвальства скажу, что есть люди, которые любят летать, есть люди, которые не могут не летать. Наверное, скорее всего, я отношусь к таким. Уйдя на пенсию, с небом не расстался. И никакие погодные сюрпризы не омрачат экстремалам радость полета, ведь это их стихия. К тому же лететь домой вдвойне приятнее, чем из дома. Наталья Романова, Олег Милехин, РТВ Иваново.